Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о сериалах. Сейчас, наверное, невозможно найти человека, который бы не смотрел сериалы. И у каждого наверняка есть свой любимый. Я представлю вашему вниманию десятку лучших сериалов за всю историю. Я уже вижу комментарии. Да как можно было этот сериал включить в топ, а этот или этот нет? И чтобы сразу этого не допустить, скажу, это не мой топ. Я лишь изучил информацию, топы, рейтинги, количество фанатов и много чего прочего и вывел эту десятку. Так что, можно считать это и есть самый правдивый топ, так как моего мнения здесь нету. Поехали! «Ходячие мертвецы» – американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименной серии комиксов. Премьера состоялась 2010 года. Первый сезон был хорошо встречен критиками и был номинирован на несколько наград. Пилот привел 5,3 миллиона зрителей, сделав тем самым сериал самой популярной новинкой на базовом кабеле в 2010 году, а также самым сильным стартом для сериала за всю историю канала MAC. Премьера второго сезона установила новый рекорд – 7,3 миллиона зрителей. Это сделало сериал самым популярным драматическим сериалом за всю историю базового кабеля. Премьера пятого сезона установила новый рекорд – 17,3 миллиона зрителей в США. Сериал рассказывает историю жизни семьи шерифа после того, как зомби-эпидемия апокалиптических масштабов захлестнула земной шар. Шериф Эрик Граймс путешествует со своей семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места для жизни. Но постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя героев почувствовать глубины человеческой жестокости. Рик пытается спасти свою семью и открывает для себя, что всепоглощающий страх тех, кто выжил, может быть опасен. Бессмысленных мертвецов, бродящих по земле. Короче так. Будешь молчать, я тебя не убью. Ты меня не за того принимаешь. Сверхъестественное. Американский фэнтези-телесериал. Его премьера состоялась на телеканале VB 2005 года. Пилотный эпизод посмотрело 5,7 миллионов человек, а рейтинги первых четырех эпизодов позволили VB заказать полный первый сезон. Сверхъестественное стал самым продолжительным североамериканским научно-фантастическим сериалом. До этого им являлся сериал «Тайны Смолвиля», насчитывавший 218 эпизодов. Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестера, которые путешествуют по Соединенным Штатам на черном автомобиле Chevrolet Impala 67 года, расследуя паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла, такими как демоны, призраки и другой нечистью. Раз, два. Страшно-то как? Побег. Американский драматический телесериал. Всего было выпущено 4 сезона с 2005 по 2009 год. Он закончился двухчасовым финалом, вышедшим на экраны 2009 года. Первый сезон получил очень положительную критику и высокие оценки. Сериал был номинирован и победил во множестве наград. В частности, в 2006 году сериал первенствовал в категории «Любимая новая телевизионная драма» премии «Выбор народа». Сюжет побега сосредоточен вокруг двух братьев, один из которых был приговорен к смертной казни за деяние, которое он не совершал, а второй старается спасти своего старшего брата. Для этого он совершает фиктивное ограбление банка с применением оружия и садится в тюрьму, в которой и дожидается исполнения приговора его брат. При помощи многочисленных хитроумных комбинаций и интриг он сумел организовать побег из тюрьмы в финале первого сезона. В дальнейшем действие сюжета перемещается из штата Иллинойс в другие штаты США. И даже в Панаму, в которой часть беглецов во главе с ним в третьем сезоне вновь организовывает побег из тюрьмы. В
Секретные материалы. Американский научно-фантастический телесериал. Примерный показ стартовал в эфире 93 года и завершился через 9 лет 2002. За это время были сняты 202 серии. Шоу было хитом Fox, его символика и теглайны были особенно популярны в поп-культуре 90-х. Являясь своеобразной вехой эпохи, ключевые сюжетные темы секретных материалов основываются на недоверии общества к правительству, охватывая теорию заговора и сосредоточены на попытках раскрыть информацию о существовании внеземных цивилизаций. Специальному агенту Дани Скалли, доктору и преподавателю Академии ФБР Вирджинии поручают работу в паре с агентом Фоксом Малдером над проектом «Секретные материалы», архивом таинственных, нерешенных дел ФБР, которые зачастую связаны с паранормальными явлениями, случаями вампиризма и оборотничества, нападением генетических мутантов, свидетельствами о похищении людей пришельцами. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все и не всегда поддается разумному объяснению. В своих дискуссиях Малдер и Скалли не сколько стараются убедить друг друга, сколько получают удовольствие от самого общения. Постепенно первоначальное взаимное недоверие перерастет в дружбу, а чуть позже и в более глубокие чувства. Ты ведешь очень опасную игру. Я знаю, что делаю. Теория Большого Взрыва. Американский ситком, премьера которого состоялась 2007 года. Пилотная серия не прошла в эфир, однако создатели получили разрешение на съемку второго пилота. Эпизод был создан заново, и до своего выхода в эфир пилотный эпизод номер 2 распространялся на iTunes бесплатно. С 2007 года было отснято 13 эпизодов, прежде чем 24 сентября состоялась официальная премьера сериала. Сериал повествует о двух блестящих физиках Леонарде и Шелдоне, великие умы, которые понимают, как работает вселенная. Но их гениальность ничуть не помогает им в общении с людьми, особенно с женщинами. Все начинает меняться, когда напротив них поселилась красавица Пенни. Стоит также отметить пару странных друзей этих физиков. Воловиц, который любит употреблять фразы на разных языках, включая русский. И Раджеш Кутрапали, теряющий дар речи при виде женщин. Итак, теперь у нас есть термит из ржавчины в сочетании с алюминием от этого фургона. Отлично, пара щепоток должно хватить. Ну а это поможет расплавить гайку? Давайте начнем потихоньку, если что, потом добавим. Ну что же, гаечка, ты держалась до последнего, но теперь тебе пришел болт. Шерлок. Британский телесериал. Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. Однако действия происходят в основном в наши дни. В 2009 году был заказан непосредственный пилотный эпизод, а в 2010 году на нескольких телеканалах были показаны 3 90-минутных эпизода первого сезона. Второй эпизод был показан 2012 года, а третий в январе 2014 с показом мини-серии. Проект получил положительные отзывы в течение трех сезонов и был номинирован на несколько наград. В 2011 году Шерлок стал обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал». Сериал расскажет о консультирующем детективе Шерлоке Холмсе, который, подыскивая соседа по квартире, с помощью своего товарища знакомится с Джоном Ватсоном, военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Шерлок сразу впечатляет Ватсона, рассказав ему о нем самом, о том, что он служил в Афганистане, и о том, что боль в его ноге психосоматическая. Они поселяются в доме 221Б по Бейкер-стрит у пожилой хозяйки миссис Хадсон. Вместе Шерлок и Джон помогают Скотланд-Ярду в раскрытии сложных дел, используя методы наблюдения, анализа, дедукции, а также современные технологии, такие как интернет и мобильные телефоны. Вот эту. Почему? Ты Шерлок Холмс, надень чертову шляпу! Доктор Хаус. Американский телесериал о выдающемся враче-диагносте Грегори Хаусе и его команде. По жанру представляет собой медицинскую драму, но в сюжетах серии использованы также элементы детектива. Сериал пользуется огромной популярностью в мире и был неоднократно отмечен престижными теленаградами Peabody и Эмми. Пилотная серия была выпущена в эфир 2004 года, а по данным на 2013 год сериал посмотрели более 80 миллионов зрителей, и он попал в книгу
рекордов Гиннесса. Сериал рассказывает о команде врачей, которые должны правильно поставить диагноз пациенту и спасти его. Возглавляет команду доктор Грегори Хаус, который ходит с тростью после того, как его мышечный инфаркт в правой ноге слишком поздно правильно диагностировали. Как врач, Хаус просто гений, но сам не отличается проникновенностью в общении с больными и с удовольствием избегает их, если только есть возможность. Он сам все время проводит в борьбе с собственной болью, а трость в его руке только подчеркивает его жестокую ядовитую манеру общения. Порой его поведение можно назвать почти бесчеловечным, и при этом он прекрасный врач, обладающий нетипичным умом и безупречным инстинктом, что снискало ему глубокое уважение. Будучи инфекционистом, он еще и замечательный диагност, который любит разгадывать медицинские загадки, чтобы спасать кому-то жизнь. Если бы все было по его воле, то Хаус лечил бы больных, не выходя из собственного кабинета. Нужно кое-что обсудить. Я не буду с тобой спать. Ни за что. И одного раза достаточно. Ох уж эти требования администрации. «Во все тяжкие» – американский телесериал, вышедший в 2008 году. Он получил премии Эмми сразу же в 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах, включая престижные «Лучший актер драматического сериала» в 2008, 2009, 2010 и 2014 и «Лучший драматический сериал» 2013 и 2014 годов. На сайте Metacritic рейтинг первого сезона составил 74 балла из 100, второго 85, третьего 89, четвертого 96, пятого 99 из 100. Из-за этого попал в книгу рекордов Гиннесса. На данный момент сериал окончен и состоит из 62 серий. Сюжет сериала разворачивается вокруг школьного учителя химии Уолтера Уайта, который узнает, что болен раком легких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого исключили из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне в ходе рейда УБН он лишился подельника и лаборатории. Я забрал твой мет. Отметелил нахер твоего бегунка. А теперь ты пришел и принес еще больше мета. Да ты просто гений, блин. Ага, гений. Ты только в одном ошибся. Это не мед. Друзья. Американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Признан одним из самых лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее заметных проектов 90-х годов. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе 6 премий Эмми и премию «Золотой глобус». С 94 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала, в общей сложности 236 эпизодов. Он с большим успехом демонстрировался в различных странах мира и приобрел множество поклонников. Финальный эпизод сериала занял 4-е место в рейтинге последних эпизодов телесериала. В премьерном эфире его видели 52,5 миллиона человек. Действие сериала происходит главным образом на Манхэттене, Нью-Йорк, приблизительно в тот же временной отрезок, когда снимался и сериал в 94-2004 годах. Сериал посвящен жизни шестерых друзей. Избалованной папенькиной дочке Рэйчел Грин, чистюле поваре Монике Геллер, комплексующего остряка офисного работника Чендлера Бинга, помешанного на сексе и еде, простоватого, ждущего своей роли актера Джоуи Трибиани, разведенного палеонтолога Роса Геллера и хипующей массажистки и певицы Фиби Буфе. Кто не видел этот сериал, тот явно не с этой планеты. Отлично. Смотрите. Что это? Что за чертовщина? Это кошка? Это не кошка. Нет, кошка. Кто ее вывернул наизнанку?
«Игра престолов» — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и огня» писателя Джорджа Мартина. Телесериал является одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Показанные сезоны «Игры престолов» получили высокие отзывы критиков, хотя многие из них отрицательно отнеслись к переизбытку в сериале насилия и эротических сцен. «Игра престолов» была удостоена многих престижных наград, в том числе в общей сложности 26 прайм-таймовых премий Эмми в разных номинациях, трижды премии Хьюго за лучшую постановку, а также премии Пибоди. 2014 года телеканал HBO объявил о том, что телесериал «Игра престолов» стал самым успешным в его истории. Каждый эпизод его четвертого сезона смотрит в среднем 18 миллионов зрителей, что превзошло предыдущий рекорд 2002 года, установленный кланом Сопрано. Сюжет окунет нас в мир, где к концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти семи королев с Железного трона зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все, от короля до наемника, рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждения тьмы из легенд далеко на севере, и лишь стена защищает живых к югу от нее. Давай, Гейви! Безупречные! Убивайте господ! Убивайте солдат! Убивайте всех, кто держит кнут! Пощадите лишь детей! Снимайте оковы со всех рабов на своем пути! Я ваш господин! Убейте ее! Убейте ее! Убейте ее! Дракарис! Если вам понравилось видео, жмите лайк. Если вам понравился канал, подписывайтесь. Если есть чем поделиться по данной тематике, пишите комментарии, и мы будем становиться все лучше. Всего вам доброго!